Всем привет! В сегодняшнем видео покажу, как сделать сувенирчики, подарки гостям. Делают во Франции и в Германии. Я часто встречаю в таких магазинах, где продаются атрибутика свадебная. Вот решила я тоже попробовать и вам показать. Вот такие сейчас модно продают такие баночки. Тут у меня высота 4 сантиметра. Пин. Вот. Одеваю бусину в виде сердечка. Вы можете использовать такую бусину, какая у вас есть. Открываем крышку и сажаем на крышку сюда. Золотистая ниточка. Из ленты 3 миллиметра делаю бантик, буквально каплю клея. Вот такой цветочек. Так, вот у меня есть такие бусины. Они сочетаются с цветом, решила их добавить. Есть вот такие пайетки, можно. Есть вот таких оттенках. Такие бусины продают. Аналог Fix Price у нас. Сувенир для гостей. Очень оригинально. Такие баночки я видела у нас во Франции и в Германии тоже, в магазинах, где продают все для свадьбы. Вот я покупала 4 баночки, и такие у меня милые сувениры для гостей. Я надеюсь, такая идея вам пригодится. Всем спасибо и всем пока!